На прошедшей неделе полицейские Одесской области составили 455 административных материалов за нарушения противоэпидемических мер. Наибольшее количество выявленных нарушений касалось пребывания людей в общественных местах, транспорте, рынках, без маски и документов, в частности, справки о вакцинации. В полиции отмечают, что всего с 18 октября в регионе открыли 13 уголовных производств за нарушения, связанные с карантином. Из них 6 за подделку документов, печати, штампов и бланков. Также зарегистрированы факты подкупа, мошенничества, служебного подлога, несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем компьютерных сетей. Полицейские призывают граждан сознательно соблюдать правила карантина, поскольку они необходимы для уменьшения заболеваемости на COVID-19. Кроме того, за нарушение карантинных норм предусмотрены штрафы, а за изготовление и использование фальшивых документов о вакцинации грозит уголовная ответственность. Всего мобильными группами было проведено 325 рейдов и проверено 2440 объектов. За вказанный период накладено штрафов на сумму 66 950 гривен, из которых на зараз сплачено 1530 гривен.